Так вот, когда-то такое было. Одна девушка в белых джинсах по телеканалу Discovery всем говорила, что гораздо проще купить бэушный автомобиль и восстановить его. И это действительно проще. Тем более сегодня и сейчас вы берете нормальные машины. И можно взять бэушный автомобиль в последнем кузове, кстати. При этом вы не платите тех денежных средств, которые вы можете заплатить в дилерском центре. Ну, подумаешь, там пробег там 20-30 тысяч километров, может быть, там соточка. По сути, это не такой пробег-то это и есть. А потом уже чуть-чуть восстановить и кататься дальше. Потому как, уж поверьте мне, я ездил на новых машинах, все они ломаются. А где машину-то взять? Почему бы и не здесь? На улице Магнитной 111. Это новый салон Best Auto. Салон-то, конечно, не совсем новый, но правильный подход. Вы здесь выбираете правильные тачки. То есть на рынках вы можете купить машины в любом состоянии. А некоторые так и продают, без ухода, без протяжек. И вы покупаете авто на свой страх и риск. Здесь покруче. Здесь и уход, и техническое обслуживание. И если проблемки, то здесь их и устраняют. При этом работают как с механкой, так и с автоматами. Я честно не видел машин, которые бы сюда обратно пригоняли. И, конечно, я бы мог бы всем объяснить, что такое магнитная 111. Что такое магнитная 111? Это шикарный выбор автомобилей? Да, это автомобиль хороший, здесь все идеальное состояние машины. Кто покупает, ну, довольно ходит отсюда. Я потому что смотрю, машины все вот такие вылизанные. Это такое должно быть? Да, да. Машину сейчас здесь хорошо приготовить. Никакого ремонта не требует после покупки. Можно ездить год спокойно. Ну, вот это клевенько, да? Да, да, никакого здесь, как сказать. Ребята у нас есть специалисты хорошие, ремонтируют все как положено. Все, которые вот необходимы сложности места, все берет. И все как положено, на готово, на ездить. Кстати, здесь еще машину можно у вас купить. Они просто покупают ваши машины. Да, да, можно купить. Вот видите, покупка вашего питомца. Конечно, питомцы-то и у меня есть, я их очень сильно люблю. Но ваши питомцы не в таком состоянии, а вы хотите их продать. Так вот, здесь берут машину и доводят ее состояние как снутри, так и снаружи. И по сути оказывается тот принцип, озвученный в начале сюжета, что проще восстановить, чем купить новую. И я вам как-то объяснял, машину сюда повторно не возятся. Я так понимаю, вы приехали сюда за вполне нормальным и доступным автомобилем. Машина Nexia, 150 тысяч рублей. И еще адрес такой, Магнитная 111. А вы, конечно, сегодня могли бы в других местах посмотреть, но выбрали здесь. А какая машина и вообще, что здесь? Ну, как сказать, машина более-менее нормальная, как бы по цене устроила. То есть не захотели покупать новую машину? Нет, а смысл? Просто на нормальной машине будете ездить? Да, да. Вопрос, вы пришли сюда и еще и оформили кредит. Это тоже здорово? Да. То есть вы сегодня возьмете машину и уедете, получается, отсюда? Да, уедем. Сейчас оформим договор купли-продажи и уедем. Ну, молодцы. Почему нет? Да, это просто здорово, замечательно. Кстати, насчет кредитов. По сути, понятен результат. Когда я брал автомобили, денег на покупку авто просто не было. И всегда я брал кредит. Другой вариант, какие машины я брал? 5 новых. А все остальное под восстановление. И только в один раз и без кредитов. Так что, хлопцы и девчата, только кредит. Но понятно правило. Лучший кредит там, где есть машины. Я все-таки понимаю, что банки должны работать. Потому что во всем мире машины покупаются в кредит. Не зря же у нас столько банков, в принципе. Мы как бы работаем со многими банками и стараемся подобрать очень выгодные условия для клиента. То есть отправляем мы заявку по нескольким банкам и уже предоставляем возможность клиенту выбрать, где бы ему было выгодно взять автокредит. Есть такие вещи, как каска. Есть возможности без каски взять? Да, конечно, есть возможность. Все зависит от желания клиента. Это понятно, да? А, ну, допустим, вот человек может взять, у него, допустим, 150 тысяч, а хочет иномарочку взять. Это тоже возможно? Да, конечно, это даже очень хороший первоначальный взнос. 150, грубо говоря, даже на Volkswagen Passat за 630 первоначальный достаточно хороший. То есть условия будут очень выгодные по банку. И вот еще. Для тех, кто хочет купить здесь автомобиль. Причем любой. При покупке авто вы можете стать счастливым участником лотереи. А что за приз? Ну, призов-то много. Телевизор, мотоцикл, квадрик или автомобиль. А розыгрыш состоится 26 октября месяца.
Кстати, розыгрыш непростой. И товары на 800 тысяч рублей. Ну и в этот день вас приглашают в салон низких цен. Это Олма. Придите и посмотрите, это будет гвоздь в нашей программе, в смысле гвоздь для тех, кто ранее на нас зарабатывал. Зашибательский гвоздь. И как приехать-то сюда? А приехать сюда очень просто. Если едете по казачьей в сторону комбината, то налево, если наоборот, в сторону города, то направо. Понять-то вы должны, где это место, Магнитная 111. И заехать-то необходимо, потому что здесь машин не так много, как на левобережном авторынке, но машины клевые. Вы можете посмотреть, взять, договориться, получить кредит и взять себе замечательную машинку. А почему бы и нет? Потому как я всегда и всем говорил, все свои машины я брал в кредит. Уж поверьте мне, так оно и было.